Отправился с фронта в Люберецкий ЗАГС. Участник специальной военной операции Олег Комогоров получил отпуск на собственную свадьбу. Предложение руки и сердца своей возлюбленной боец сделал из зоны проведения спецоперации. На росписи молодоженов побывала съемочная группа нашего телеканала. В торжественной обстановке и в кругу самых близких. К этому дню Олег и Дарья шли долгих 7 лет. Именно столько прошло с момента их первой встречи. Увидели друг друга в магазине велосипедов. Она любитель езды на двухколесном транспорте, он продавец спортинвентаря. Так и познакомились и больше не расставались. Разлука произошла лишь полгода назад, когда Олег отправился в зону СВО. Был я сначала в Бахмуте. Да, прошел очень хорошую школу, так скажем, фундамент. А потом поехали мы на Марьинку, произошла ротация войск. Попал в госпиталь во время того, как брали Марьинку, Георгиевку. Да, были штурмовые действия, и так получилось, что взорвался снаряд очень близко. Да, и получил я 3 ранения во время этого. За 3 дня до ранения Олег сделал предложение своей девушке. Дарья получила неожиданное уведомление на портале госуслуги. Появился такой прям хороший порыв, да, это сделать. Было принято решение. Супруга молодец, да, все организовала в мое отсутствие. Я только вчера прибыл. Мы уже думали об этом просто, мы как-то все не решали, все не подходили как-то. А тут не знаю, что они. А есть у меня замечательные знакомые ребята, которые возят гуманитарную помощь. Вот. Я с ними связывался ранее, но так получилось, что я вот оказался в госпитале. И так получилось, что они как раз находятся в это время там. А у меня начинается отпуск. И это прям вообще было здорово. Они меня 3 часа дожидались. Мы одной подписи, но все-таки мы убыли. Да, если бы ребята с гуманитарки нам не помогли, действительно прибыл бы он только сегодня, вот прям к торжественной части. Ну, да. На самом деле, огромная помощь. Да, огромное ребята, спасибо, Василий. Из зоны спецоперации Олег вернулся не один. В Марьинке он нашел кошку. Назвал Петровкой в честь названия района в Донецкой области. 12 ноября боец снова отправится на передовую. Говорит, что статус семьянина придает ему силы и надежду на лучшее. То, что можно было уже пожелать, наверное, уже пожелала. На самом деле, перед поездкой, когда мы его первый раз отправляли. Поэтому, не знаю, осторожней быть, аккуратней. Больше нечего желать. Молодец, надежный. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.